Инлайн-группы МРТС, инлайн в желтой форме, МРТС в белой. Мы сегодня уже говорили, что именно по этой встрече будем оценивать МРТС. Все-таки тяжелые две предыдущие игры провели против Русал и против Московского кредитного банка. И там уступили 0-6 и 0-2. У инлайна 0-2 поражения от HSBC. Ну вот сейчас соперники, которые должны быть равны по силам, у тех, у других был определенный перерыв в выступлениях в наших соревнованиях, так что сейчас кто выигрывает, тот делает очень неплохую заявку на, ну, хотя бы попадание в тройку. Конечно, все еще очень далеко. Куча туров впереди, огромное количество игр. Но все-таки поражение ставит проигравших, наверное, уже можно говорить, что за бортом вот этой вот медальной гонки. Проиграв трижды на старте, тяжело говорить о сохранении шансов на борьбу за медаль. Инлайну сегодня еще играть с Capital Life. Тоже новая команда. Любопытно будет на них посмотреть. Здесь нужно было футболист онлайн амбуницию поправить. И удар с центра. Хуже, блядь! Эх, там! Пошире, вот твой игрок, Инлайн сейчас неплохо себя чувствовал. У чужих ворот втроем. Фактически штрафную забежали. Ром, готовься к заменке, Ром. Тренеру инлайна приходится очень много подсказок давать со скамейки. Пока видно, что неважно выполняют тренерские задания. Три минуты сыграно, пока ничего команды не успели показать. Понимают важность этой игры. Все-таки поражение может стать довольно серьезным психологическим ударом. Неплохой удар. Дальний вратаря угол пытался нападающий поймать его на противоходе. МРТС совершенно не торопится. Серия каких опасных моментов и аплодисменты сейчас последнему по-настоящему защитнику и от скамейки инлайна, и от нас определенно. Ну, вроде бы игра не самая динамичная, но видно, что в таком рваном темпе играть с обеим командам довольно удобно. С
заблокирован был удар, и мяч обработан игроком инлайна. Пробить. Ну, это фактически был выход один на один, и сложно понять, что же было в итоге. Удар поворотом или такой прострел. Во всяком случае, потребовался сейчас тайм-аут для осмысления всего произошедшего. Внесены в игру обязательные коррективы. Теперь продолжаем. Инлайн. После тайм-аута сразу лезет вперед. После тайм-аута инлайн значительно больше контролирует мяч. Ну, такие надо забивать. Уже на пустые ворота была сделана передача. Ну, там Архас сначала помог, да и ну, просто игрок не ожидал, по-моему, что до него мяч дойдет. Должен быть к этому готов. Три в два сейчас идет МРТС. Есть пространство в этой атаке. Ну, пространство здесь и стало решающим. Поймали соперника и выходит вперед МРТС. Посмотрим, умеет ли инлайн отыгрываться. Это тоже важный навык. Восемь минут потребовалось МРТС для того, чтобы счет открыть. Ну, у нас сегодня вообще получается такой, что в основном мы голы все видим. Ну, после пятой, седьмой минуты от стартового свистка. Быстро голов сегодня, по-моему, и не было. Все приходится на середину матча и на концовку. Инлайн продолжает играть в контроль мяча. Заигрывается МРТС и... Передачи совсем стали не акцентированные. Такое впечатление, что уже как-то футболом сегодня поднаелись.
Ну, у инлайна тоже очень многое зависит от этого матча, поэтому расслабляться МРТС этим рано. А, вот выйдет МРТС. 20 секунд до перерыва. Итак, сейчас перерыв, и совсем скоро вернемся к просмотру. Вторым таймом продолжается матч МРТС и инлайна. Инлайн пошел сразу после розыгрыша в центре поля. У МРТС преимущество по голам. 1-0. Все остальное нас интересует. Мало преимуществ или отставаний. Ну, конечно, еще играет определенное значение количество нарушений правил, но... 10-метровые мы сегодня не видели, да и вряд ли увидим после первого тайма команд по одному нарушению правил. Ну, то есть совсем немного. Инлайна в первом тайме потребовался перерыв. Взяли минутный тайм-аут. После этого заметно преобразилась игра. Уже нету таких явных проблем с концентрацией. Очень много контролируют мяч футболисты инлайна. Практически не расстаются с ним. Ну, главное не попадаться на контратаке, как это было при пропущенном мяче. Сегодня совсем мало голов, со стандартов мы видели. Буквально 1-2 за 7-й матч уже идет. Отходит назад инлайн, сохраняя мяч. Слишком много дриблинга рядом со своей штрафной. Вратарю приходится играть на вынос. Сделали ему такую неудобную передачу, что еще остается. Такие передачи пятками на своей половине поля всегда чреваты. Неприятное столкновение. И о чем сейчас игрок сигнализировал? Понятно, о чем. Потому что на него шли прямой ногой. Вот.
реакции соперника относительно того, в пределах штрафной сыграл вратарь руками или уже за линию. Так, штрафной пусть и далековато от центра, но благодаря этому можно придать мячу больше вращений и больше вариантов для розыгрыша комбинации. Ну, видно, что домашняя заготовка, пусть и не все получилось, и быстрый ответ инлайна. Итак, штрафной от инлайна. Три человека в стенке оказалось. Есть некоторые выяснения отношений между тренером инлайна и арбитром. Ну и все больше отбиваться начинает инлайн. Опасный рикошет. Ну, казалось, что даже если бы мяч летел в створ, то вратарь бы на него среагировал. Очередной хлесткий удар. Тайм-аут. Нужно время МРТС, чтобы отдышаться. Все-таки только один человек сидит на скамейке запасных. Есть некоторое впечатление, что если случится ничья, то устроит она обе команды. Ну, да, такие перебрасывания мяча. Наверное, еще одно тому доказательство. Там движение нужно. Андрюх, куда так открывайте? Опасные удары снова защитник инлайна. Уже не первый раз за день сегодня выносит мяч с линии ворот. Ну,
должен подниматься, хотя мне показалось, что какой-то толчок в спину был. Здесь желтая карточка, но, очевидно, за споры. Выходом 1 на 1 полноценным сложно это назвать, но забивать из такой позиции надо. Сейчас кто заберет концовку, тот заберет весь матч и, соответственно, 3 очка в копилку. Очень много ошибаются в концовке и те, и другие. 22 секунды до финального свистка. Ну, финального штурма мы ни от тех, ни от других не увидели. Ну, если, значит, так пули держаться не будет, то очень долго будут длиться оставшиеся 22 секунды. Возможно, последний шанс и штрафной. Здесь есть время и на прямой удар, и на комбинацию. Так, смотрим, штрафной, два человека в стенке, как-то разошлись сейчас защитники инлайна. Ну что ж, вряд ли уже что-то случится за оставшиеся мгновения. Неплохой матч выдали инлайн с МРТСом. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, дальше будет еще лучше.